к вопросу о президентской заднице. Вот я должен с вами поделиться. Чудесная совершенно вот история случилась с журналистским расследованием, которое провели совместно журналисты французского издания «Paris Match» и издание «Проект» российского такого вот тоже онлайнового, независимого, оппозиционно настроенного издания. Они выяснили, что, оказывается, специальное подразделение Федеральной службы охраны, отвечающее за безопасность президента и за то, что никакая информация о его личной жизни и, скажем, о здоровье не должна утекать никуда. Вот они сопровождают его во всех поездках и его фекалии складируют в специальные коробочки или сосудики, чтобы, не дай бог, спецслужбы стран Запада или тех стран, которых он посещает, не отдали бы эти фекалии на анализ и не выяснили бы, о чем на самом деле болеет президент или не болеет. Не выяснили бы что-нибудь лишнее про состояние его здоровья. И, честно говоря, я поначалу подумал, что это фейк не фейк, но вот какая-то такая смешная утка. Какая-то такая байка из склепа, придуманная специально для того, чтобы позлить, может быть, Владимира Владимировича и над ним посмеяться. Я сразу вспомнил какой-то фильм, по-моему, «Перы Валтасара», про то, как врачи, лечащие Сталина, долго рассматривают что-то там плавающее в унитазе. Это еще от перестроечных времен такое кино было, совсем неплохое. Так вот, понимаете, я поговорил с одним моим хорошим знакомым, которого вы тоже наверняка знаете, с прекрасным в прошлом журналистом, а ныне блестящим нефтегазовым аналитиком Михаилом Крутихиным, который сказал: да нет, это все нормально, все так оно и должно быть. У меня был знакомый человек, который как раз служил в 9-м управлении, ну, 9-е управление КГБ, это то, что сейчас вот президентская охрана, ФСО, и они действительно еще в брежневские времена, когда Брежнев ездил за границу, обеспечивали вот полную секретность всех его, что называется, биологических отходов. Так что все нормально, все, как говорится, по полному плану. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі, 20:30, YouTube-канал «Україна-24».